К сожалению, очень обидно и страшно то, что сейчас у нас нету своих героев для молодежи. Если раньше были герои Алеша Попович, Добрыня Никитич или Муровец, три богатыря, то, к сожалению, сейчас, ну, в конце концов, Володя Турчинский, Царство Небесное, то поколение, может быть, 91-95 года рождения, это уже черепашки-ниндзя, это Человек-пауки, это какие-то Бэтмены. Опять же, мы возвращаемся к тому, что если в СССР, рожденный в СССР, мы снимали огромное количество мультфильмов, связанных с добротой. Мы снимали огромное количество фильмов, связанных с настоящим патриотизмом. Патриотизм был в 17-18 союзных республик. И мы снимали и фильмы и в Узбекистане, и в Таджикистане, и в Киргизии, и в Азербайджане, везде. В Армении это было безумно приятно. Ну и, к сожалению, вот этого сейчас нет. Но мы все равно к этому придем. И все равно, знаешь, как говорят, мы непобедимы, мы сильны. И хочется, чтобы так о нас говорила вся страна, весь мир, все наши недруги, враги. Я сегодня посмотрел дебаты Клинтона и Трампа. Ты знаешь, но это вот на самом деле такой обман людей, это то, что мы с тобой говорили в первой части, что люди говорят одно, а на самом деле делают абсолютно другое. Так что вот я говорю, будем снимать такие программы, такие передачи, такие фильмы, и еще раз повторяю, мы станем намного добрее.